Может ли Россия гарантировать безопасность жителей Нагорного Карабаха? Спасибо. Да, действительно, Илья Макаревич, Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался. Ни Азербайджан, ни Армения, ни тем более жители Нагорного Карабаха. Потому что другая сторона дела заключается в том, что если мы будем жить все мирно и дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности, но и в текущих условиях, имея в виду нормальное существование семей, имея в виду экономическое развитие, социальное развитие, в чем, безусловно, люди, проживающие в Карабахе, в высшей степени нуждаются, потому что жить все время в тревоге, что возобновится вооруженный конфликт, невозможно. Это мы прекрасно понимаем. Значит, это понимают и руководители как Армении, так и Азербайджана. Да, проблем накопилось действительно много. Существуют вопросы, связанные с восстановлением нормальной инфраструктуры. Существуют вопросы, связанные с размежеванием границы, с тем, чтобы провести соответствующую работу на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, особенно там, где государственной границы по существу никогда и не было. Это была только административная граница между союзными республиками. Вот мы сейчас находимся в процессе этой работы. Мы создали специальную трехстороннюю группу. Это Россия, Азербайджан и Армения. И сделаем все для того, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе. И бенефициарами этой работы, безусловно, должны быть жители Нагорного Карабаха. И мне хочется думать, что так оно и будет, несмотря на все сложности, которые копились десятилетиями.